У нас уже вечер, часов, наверное, 7 уже или 8. Я вышла тут помидоры собрать. Сейчас вот собираю крупные. Вот собрала уже полведра. Тут дрова вот все. А вот эти Pink Paradise. Такие красивые. Смотрите, какая-то интересная. Прям полосатая как будто какая-то. В общем, ну их вот 5 штук. Эти только дрова тут еще у меня. Сейчас тут тоже вот соберу. Вот эти. Ну, я собираю только красные. Не бурые пока, ничего не собираю. Мне нравится, когда они, знаете, спеют на ветке. Ну, на растения. Они тогда сладкие-сладкие получаются. А когда сами потом дозревают, уже как-то не то. Уже невкусные. Ну, хотя, если будут так у нас дожди, придется, наверное, и бурые все рвать, потому что боюсь фитофторы. Вот баклажаны никак не могу вырастить. Они-то он один висит большой. А вот они, видите, валятся. Дорастает до какого-то размера и отваливается весь гнилой. Там он еще два висит. Тут вот один. Вот тут. А на этом вот маленький только вот этот и все. Вот один только выжил пока еще. Не знаю, что такое с баклажанами. Гниют, хоть ты тресни. Непонятно вообще. Я собираю помидоры, а сама ничего с ними не делаю. Нет вообще времени, а тем более сейчас все на работе. Ну, хоть на работе мы пока до обеда. Там красим. Вот как укроп у меня подрос. Ну вот, красим, и я рисую там. Там сейчас рисовала смешарика большого этого крошу. Смотрите, сколько много красных. Не знаю, что вот это вот за сорт такой. Не знаю даже, какая помидорина. Интересная. Выросла. У нас там такая стенка. Ее, не знаю, чем только замазывать. Такие прям кусков нету шпаклевки. Я вот там нарисовала этого кроша с мороженым в лапе. Ну, правда, не дорисовала. Я его как бы, ну, нарисовала. И еще только голубым его раскрасила. Ну, глаза все нарисованы, но не раскрашены. Надо вот рот ему, глаза раскрашивать, мороженое завтра буду доделать. И мне завтра надо повар большого сделать. Я хочу, где меню у нас там. У нас меню вообще на чемодане доктора. Ни к селу, ни к городу. Я говорю, что надо переделать. Надо повара сделать, где меню. А доктора в другое место надо убирать. Ну вот завтра буду повара делать. А вместо этого чемодана я сделаю, наверное, какую-нибудь кастрюлю, что ли. Ну, куда меню приклеивать. Вот тут тоже помидоры. Тут много, вот смотрите. Ничего не скажу, что плохие помидоры. Хорошие, много как бы. Но вот краснеют как-то неравномерно. Как-то покраснели бы все сразу. Ну, конечно, такого не бывает. Так я просто говорю. Ой. Поели мы сегодня только по сардельке я сварила. Как-то никто не хотел. Так что без ничего, без всякого там гарнира, без макарон, картошки. Вчера пекла эти драники картофельные. Но я, конечно, туда добавляю колбаски чуть-чуть копченой. Сыра на терке. Сыр потом такой расплавливается. И получается у драников корка по краю такая сырная. Вкусная, хрустящая. Мы любим так. Ну, мама всегда делала без колбасы и без сыра. Тоже было, в принципе, все вкусно. Но раньше вообще никогда мы не выбирали. Как-то раньше ели все попроще. Картошку. Свои поросята были, корова. Всегда сало было на столе. Молоко с картошкой жареной. Холодное с холодильника. Вкусно было. А сейчас что-то все... Это не буду, то не буду. Ты ж не знаешь, чем детей накормить. Да и сам тоже вечно. Что-то все хочется повкуснее, непонятно что. Правда, не знаешь уже, что и приготовить поэтому на ужин. Супы тоже, я уже устала их варить, блин. Все дома. Ну, как бы и это июль и август. Ну, июнь мы ходили в садик работал.
А вот и июль, и август все дома, поэтому практически каждый день. Какие тут помидоры интересные, смотрите. Но камера делает их светлее. Они такие прям оранжевые, как хурма. Ну, не показать. Они такие светлые, кажется, по камере. На самом деле они такие оранжевые-оранжевые. Что я таких даже не помню. У меня таких и не было. Странно. Может, кто-то давал. Интересно. Они такие мягкие-мягкие. Значит, они спелые уже совсем. Ну, тут еще вот остались, не знаю. Надеюсь, поспеют. Успеют. А у нас кто-то уже говорил, что уже все помидоры убрал, потому что фитофторы все заболели. Не помню кто. Черри я отдельно буду собирать. В другое ведро черриков тоже много. И там он. Везде. И тут он красный. И тут желтых вон сколько. Много. Такая прям большая. Большое растение до самого низа черри. И там вон еще. И здесь. Ну, здесь плохо видно, потому что они лежат, в общем, там. И здесь желтых будет очень много, наверное. У меня еще два ведра стоит черри. Но пока нет вообще времени что-то с ними делать. Но я, наверное, буду закрывать собственным соком. Вот это вот сердолик. Но почему-то здесь без такой вот каемки. Туда не залезть. Ну, там только одна красная вроде висит. Сейчас как-нибудь ее достану. Ну, а там еще лежат, но они какие-то еще оранжевые, не очень, не очень красные. Вот целое ведро получилось. Еще в том парнике я не собирала. Сейчас туда еще пойдем. Мои ушли гулять. У нас вот такая роса, или это как дождь шел. Ой, дождь вообще заколебала. Там, смотрите, туча. Мама мне сейчас, ну, я сейчас с ней разговаривала. Она говорит, у них гром гремит. Я не знаю, с чего гром, погода прохладная, гром какой-то. Я сейчас орала вообще на всю деревню. Шла там, яблоко хотела попробовать. Иду, и мне, блин, как специально лягушка прям прыгнула мне в мою галошу. Ой, как я только заорала. Собаки как залаяли. Да вообще, кино и немцы. Вот тут помидоры еще. Ну, они какие-то еще не спелые. Вот, они прям не красные. Тут две только оторву, и все. Ну, тут сейчас еще соберу. Тут, там вот такие. Тут такие твердые еще помидоры. Вот эти не знаю какие. Это вот мне давала знакомая. В общем, вот этот парник весь практически посажен ее помидорами. И они все, главное, разные. Да, вроде одинаковые мне с одной банки. А получились все какие-то разные. Круглые, перцевидные, просто вытянутые. В общем, все разные. Везде паутина. Ой, это какая-то гнилая. Надо выкинуть, я пока так кину. Потом беру. Одной рукой вообще никак. Картошка моя расцвела. А это еще даже бутонов нету. Ну, подросла, была такая мелкая. Чуть похолодало на улице. Ну, не чуть даже. Было больше 30, а стало только 18. И она теперь хоть стоит, а то, как было жарко, она прям такая, ну, вялая стояла вообще. Ой, я думала, что у меня помидор не будет в этом году. А оказывается, есть. Я уж угощала тут всех. Сегодня ходила тоже к одной знакомой. Я у нее качан капусты брала, а она мне такие хорошие, как с магазина. Ровненькие, круглые, крупные. Она, в общем, она мне давала капусты качан, а я помидоры и пакет положила. У нее нет помидор, ни огурцов, конечно, у нее тоже нет. Но огурцы мне, если честно, неохота было рвать. Это тоже ветка вообще шикарная. С этой стороны лучше бы показать. Но неудобно. Ой, столько. Блин, еще оранжевых вот много. Кажется, что красные, а на самом деле они оранжевые. Ой, упала. Тоже сейчас поросенку здесь нарву мокрицы. Специально не выдергиваю. Мокрица вот выросла. Я сейчас ему нарву. Уже целое ведро, уже некуда класть. Ой. А я вот эти хочу попробовать. Интересно, вкусные они вот такие.
как перец. Ну, не знаю. Только вот они первые, наверное, поспела. Еще таких мы не ели. Вот тоже помидоры. Такая, смотрите. Интересная. Что это такое за помидорина? Какая-то странная, как будто с носом. Ой, здесь вообще кто-то клевал. Птицы, наверное, как залетали. Вот. Клевали и сгнило. Вот тут хорошие тоже. Здесь. А вот тут крупный. И там тоже. Ладно, буду собирать. Мои пришли.